Так, это у нас 13 сентября 2023 год. Летит МКС. 20-12-13 где-то по Киеву. Высоко в зенит МКС подниматься не будет. Четких очертаний мы его не поймаем с таких расстояний. Ну, зато и сильно резво он сквозь кадр проскакивать не будет. Вот и остановился. Уменьшу я, наверное, все-таки. Да что ж ты будешь делать? Все, не трогаю камеру. Это я резкостью поигрался, перевожу. Вот он сам пролетает мимо звезд. Наш красавец. Сейчас он мимо Сатурна пролетит. Сатурн потом отдельно сниму. Можно попробовать уменьшить светочувствительность. Уменьшаю. Он будет четче виден. Ребята, ну 125 крат зум. Консоль такая, что любое колебание у нас еще и облака. Я думаю, куда он девается? Облака у нас, елки-палки. Ну хорошо, я вижу Сатурн. Мимо Сатурна он точно должен пролететь. А, не, ребят, это не облака. Это он в тень земли уже попал. То есть он же вылетает с запада. Хорошо, сейчас опускаю штатив. И наведусь на Юпитер за одним разом. Ой, на Юпитер, я говорю, на Сатурн. Юпитер еще не взошел. Сатурн, он как раз сомбреро, ты видишь, как развернуто. Ну, здесь уже легко попадать относительно. Сатурн не пытается у нас на скорости 27 тысяч километров в час пролететь над нами. Сейчас. Пересвет идет, и у меня ISO 3200, я его ставил для того, чтобы видно было не очень яркий МКС. Сейчас я уменьшу выдержку, будет почетче видно кольца Сатурна. Ну и потемнее он станет, конечно. Сейчас, наверное, отдельным дублем имеется в виду. Это резкость. Да что ж такое? Вот видишь, похвалился, что легко будет попасть. Накажи гоп. Окна пораскочишь.
Все. Ничего не трогаю. Сейчас это просто колебания. До Сатурна сейчас 1 300 000 000 километров. Ладно, хорошо, не будем затягивать запись. 13 сентября 2023 год, 2019, по Киеву, в Запорожской области, возле города Орехов.